Пруд у дома 251А на проспекте Красной Армии теперь настоящий зеленый оазис в городе. Отдохнуть сюда приходят целыми семьями, но так было не всегда. Пруд был в очень плачевном состоянии. Весь заросший, был разломанный мост, были поваленные деревья, то есть... Ситуация начала меняться после того, как неравнодушные жители вместе с депутатами решили поучаствовать в губернаторской программе по благоустройству общественных зон. Этот зеленый уголок набрал больше всего голосов горожан на портале «Добродел», и теперь его не узнать. Водоем почистили, убрали сухие ветки и деревья, проложили асфальтовые дорожки, отремонтировали мостик, а еще установили ограждения и лавочки. В связи с пандемией была на год перенесена работа, но мы боялись, что это как-то забудется. Но под своим, так сказать, депутатским контролем мы удержали этот проект, чтобы он здесь все-таки родился. Сейчас мы видим, что прекрасное место. Самое приятное слышать положительные отзывы от жителей, что на самом деле теперь все нравится. Есть где проводить время, кормить уточек, гулять с детьми. В ближайшее время здесь появится 6 светильников. Пруд будет освещен по всему периметру. Но на этом благоустройство не закончится. Ну и основное, все есть, пруд есть, благоустройство есть, газон есть, асфальт новый есть. А вот теперь еще нужно, чтобы дети здесь занимались спортом, физической культурой и спортом. Для этого нужна воркаут-площадка. И жители они просят, но я думаю, что это не проблема, что в ближайшие годы она должна здесь появиться. Позаботились и о пернатых. Для уток изготовили домик. В нем будет даже освещение. Осталось выбрать для него место. Чтоб птицам было удобно, и вандалы до него не добрались. Уточек много. Есть куда прийти и посмотреть. Здесь стало уютно. Здесь хочется находиться в конце-то концов, хочется гулять. Жители не сомневаются, что этот зеленый уголок теперь будет радовать не только их, но станет местом притяжения для всех горожан.